Вы смотрите отзыв об отеле Пастена Карлтон Мадейра. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником звездочка за Фаерта звездочка, который был в нем в 2013 году. Мадейра – это уникальное место, где нужно обязательно побывать. Это было продолжение путешествия по Португалии. До того, как оказаться на Мадейре, мы уже успели поездить по континентальной части. На остров мы прилетели из Лиссабона, где гостили чудесных 4 дня, побывали в Сентрео и мыс Рока, Кашкаиш. Для проживания на острове выбор пал на отель Пастена Карлтон Мадейра 5 звезд, и не случайно. Прекрасный отель с очень удачным расположением в центре Фуншала, в 30 минутах езды от аэропорта. Все в шаговой доступности. Отель находится близко к центру города и на пути очень много маленьких баров и ресторанов на любой вкус и достаток, а также рядом магазины и супермаркеты. Это то необходимое условие, которым я руководствовалась при выборе нашего отеля, так как программа на Мадейре предполагалась экскурсионная. В отеле спокойная и приятная публика, в основном за 40-50 лет, нескучная территория. Тренажерный зал, массаж, бассейны. Пастена Карлтон. Расположен на самом берегу, хоть в ноябре это не совсем актуально, все же было очень приятно любоваться на океан сказку. Виды умопомрачительные, территория отеля показалась нам довольно зеленой и уютной. Достаточно компактно и удобно спланирована. По площади она небольшая, но удобная, уютная. Очень мило, пальмы, много цветущих растений, цветов, в общем, все то, что радует глаз. Территория двухуровневая, с лифтом, собственный спуск в океан с пирса, волнореза, по лесенке очень удобно расположен. Два бассейна, верхний и нижний, всегда много свободных мест на лежаках и зонтики, нет проблем, что у океана, что у бассейнов. Номер простоват, небольшой по площади, но чистый и светлый, на полу ковролин, кровати для всех полноценные, не очень удобные, видно, что матрасы не новые. Уборка неплохая, но иногда забывали мыть посуду, не доставляли чашки по количеству проживающих. Даже странно как-то было, полотенца меняют аж два раза в день, а чашки грязные, даже чаевые не спасали. Питание очень хорошее, нам все понравилось, вот мне даже придраться особо ни к чему. В отеле на завтрак предлагается система «Шведский стол». Еда разнообразная и вкусная. Предлагается даже вино и шампанское, которым не брезгуют пожилые немцы и молодые русские. Ресторан хороший, просторный, отлично кондиционируется, большая открытая веранда с видом на океан. Вход в ресторан. Завтраки хорошие, как обычно, к концу недели приедается. Но есть все, фрукты, овощи, большой выбор сыров, колбасы, яйца, горячие закуски, хороший выбор хлопьев, мюсли и сухих завтраков. Выпечка и овсяная каша даже. Заселение и работу ресепшн могу оценить на четверочку. Вроде все прошло очень быстро, заселили согласно ваучеру, как положено. Однако нас встретили мало улыбчивые португальские тетеньки, предложили сомнительного вида джус или фанту. Это был комплимент от отеля. Да и сам ресепшн не произвел первоначального фурора. Антураж весьма потрепанный, и все же отель нам понравился, какой-то он домашний, теплый. Приятный швейцар на входе в отель сложилось впечатление, что он знает несколько языков. А каждому туристу приятно, когда его приветствуют на родном языке. Вход в отель. Холл и ресепшн. Очень много приятных уголков. Можно уютно расположиться в креслах и на диванчиках. Домашняя обстановка расслабляет, делая наш отдых максимально комфортным. Ресторан-бар, таверна расположен под основным рестораном. Вечером здесь собиралось много народу. Бар довольно милый. Играет живая музыка, но мы там так ни разу не посидели в нем, как говорится, хотели, да не смогли. В описании отеля было заявлено, Пастена. Пятизвездочный курортный отель имеет 4 ресторана и 2 бара. Из отеля открывается вид на Атлантический океан. Отель расположен на вершине скалы на острове Мадейра. Центр Фуншала находится в 10 минутах ходьбы от отеля. Что еще по отелю? Да он не новый, но никаких отрицательных моментов в обстановке и в обслуживании мы не увидели, единственное, ковер на ресепшене лежал какой-то обшарпанный. Но это скорее из разряда, к чему бы придраться. Отель всем советую, да это не 5 звезд, твердые 4, но если вам нужны роскошные отели, тогда, наверное, нужно выбирать и другую цензовую категорию. В отеле чудесный обслуживающий персонал, компетентный, внимательный, доброжелательный, ненавязчивый. Для любителей маленьких, уютных бутик-отелей не подойдет, отель огромный. Из минусов стоит отметить отсутствие бесплатного интернета в номерах, парковка в отеле платная. Остров оставил самые приятные впечатления о себе. Забегая вперед, хочу сказать, что на Мадейре мы с подругой провели чудных 8 дней. На нашем сайте отзыв.ру по совету одной форумчанки, я заказала индивидуальные экскурсии по острову на 3 дня. Гидом должен был быть некий Евгений, которого мне очень рекомендовали. За 2 месяца до приезда, мы с ним списались, обговорили необходимые условия, разработали программу, договорились о цене. Евгений внес нас в свой график, и мне оставалось только ожидать поездку на чудесный остров. Но чем ближе приближался день нашей встречи, Евгений регулярно менял планы. При первоначальной договоренности я просила, чтобы экскурсии проводил он, но при завершении наших договоров стало ясно, что 2 дня из 3 будет его напарник и гид, один из лучших его гидов.
В итоге по приезду выяснилось, что Игорь будет сопровождать нас все 3 дня. Дамс! Евгения мы так и не увидели, хотя когда зашла речь об аренде и возможной покупке недвижимости на Мадейре, сразу у Евгения нашлось на нас время, и он с особой настойчивостью желал встречи с нами. Вот только нам это уже было неинтересно. Нам и Игорь понравился. В лице Игоря мы получили всего лишь хорошего шофера, который возил нас по красивейшим местам и даже пытался что-то рассказывать. И все же как гид Игорь совершенно не подготовлен, увы. Но это уже совсем другая история острова мечты, который становится очень популярным в последнее время. Просто хит сезона – Мадейра. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.